Привет, друзья! Вы на канале Рыбаки. Давайте сегодня рисовать искорку. Давно не рисовали искорку, и всех пони что-то давно. Катя не приходила, Аня и другие девчонки. Давайте рисовать искорку. Искорку я рисую просто. И я сейчас буду рисовать масляной пастелью. Масляная пастель у меня гамма, 24 цвета. Очень много, и как бы весело смотрится. И вот такая упаковка. Мягкие, сочные цвета. Удобно держать и удобно вот так вот ставить. Идеально для детей от 3 лет. Может быть даже постарше. Ну, я советую еще постарше, потому что это идеальный вариант для работы. Но сейчас мы рисуем искорку, и ее нарисовать просто так очень сложно. Для работы я взял карандаш. И я знаю, что девчонки рисуют от 5 лет и старше. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 со мной. Так что давайте рисовать карандашом. По-честному, по-правильному. Мы нарисуем сначала тело искорки. Вот такой овальчик. Овальчик нарисуем. Я надеюсь, тебе хорошо видно. Я стараюсь посильнее надавить. Это овальчик, это тело искорки. После этого нарисуем голову. Голова это такой кружочек. Кружочек. Рисуем кружок. Теперь соединяем это шеей. И у нас уже много готово. Вот уже вот основное готово. Тело, голова. Все здорово. Теперь рисуем сразу же хвост. Вот сюда. Раз. И два. Он большой, и неважно, как он там сзади будет, он может развиваться по-разному, это неважно. Теперь ноги. Ноги мы рисуем так. Я рисую их хоть вот здесь, я думаю, здесь можно упростить. Они у меня такие палочки, столбики, которые расширяются. Они даже похожи на ножки. Наверное, я сравню с ножкой слона, ну такого, девочки-слонишки, да? Теперь задние ноги, они вот так идут, сюда идут, а вот здесь у нее вот так от попки сюда идет, так, кто-то мне звонит. И сюда, и сюда, и сюда. Так, надеюсь, все у меня сейчас не сбросится, потому что я это сейчас пишу в прямом эфире, и вот так получается, здорово, все, получилось, закончили, теперь рисуем. Носик важно рисовать сюда, ушко сюда, второе ушко его не будет, сюда завернем и сюда, и вот у нас уже готовая искорка. Нарисовали? Носик идет сюда, здесь глазки. Глазки, я думаю, что, конечно, важно, как вы нарисуете. Ну, старайтесь их побольше нарисовать. Если у вас прям с точности не получается, я думаю, что, ну, не беда. Я думаю, не надо переживать, что вот прям у вас не супер-пупер похожа искорка. А некоторые девчонки сильно расстраиваются. Я не понимаю. Но даже если она у меня немножко не такая, не беда. Так, вот мы нарисовали искорку. Здесь у нее еще грива и крылышки. Крылышки две капельки. Две капельки этого достаточно. Давайте теперь повторим, как и что мы рисуем для искорки. И искорка получается здоровская. Так, надеюсь, вы хотите рисовать со мной искорку. Это будет здорово, потому что мы вместе нарисуем классную искорку. Давайте начнем с тела. Но теперь мы не будем его повторять, да, вот так вот обводить по кругу. Мы просто будем делать такие полосочки, обводить ровненько, обводить сюда, сюда и сюда. Мы нарисовали самое главное, теперь пузико. Пузико заходит сюда и две ножки, а попочка, попка сюда. Здесь небольшой сустав ноги. Ноги. И теперь что? Теперь начинаем вверх подниматься. Поднимаемся, делаем сюда. Думаю, что у нее очень большой нос у меня получился. Давайте его чуть-чуть сократим и сделаем таким вот. И побольше глаза тогда у нас влезут. Большие глаза для искорки важно, да? Что она очень большими глазами. Нарисуем зрачки и немножко ресничек. Совсем немножко. Все рисуем маркером сейчас. Повторяем. Все прям раскрашиваем маркером. А после этого используем пастель, чтобы сделать супер яркий рисунок. В те времена, когда приходили ко мне девчонки, может быть, они еще придут. На Новый год все-таки будет свободное время. И, может быть, мы немножко встретимся. Потому что сейчас с таким состоянием, когда нельзя ходить, встречаться, очень немножко обидно. И не рисуют, к примеру, они, а хотят. И Аня, и Катя и думают, когда же мы будем рисовать. Я думаю, что на Новый год мы обязательно встретимся с Катей и порисуем точно. Давайте теперь раскрашивать. Карандаши все убираем, достаем пастель.
Берем такой цвет, который не в каждой пастели есть. Это цвет, я называю его цвет искорки, сиреневый цвет. Он может быть немножко холодный, может быть чуть-чуть теплее. Искорка, она что-то среднее среди розового и такого сиреневого. Везде красим и стараемся закрасить карандаш. Я никогда не пользуюсь теркой, потому что мне кажется, она не всегда не нужна. Когда ты рисуешь, раскрашиваешь, и твоя работа закончена. Если ты не хочешь заканчивать, то у тебя остается такой набросок с карандашом, что тоже не мешает и тоже здорово. Все, мы раскрасили всю искорку. А теперь возьмем более темный цвет. Я его фиолетовый, да. Фиолетовым цветом еще добавим сюда немножко, везде мазнем. Вот на попки, на крылышки, на ушки, на рожки. И вот у нас получается такая объемная искорка. Не просто искорка, а объемная искорка. Раскрашивать здесь и здесь будем темно-синим или темно-фиолетовым. Я там, наверное, возьму темно-фиолетовый, хотя у нее, наверное, и синий, и фиолетовый. Давайте возьмем сначала фиолетовым, закрасим часть, а потом сверху синего закрасим, сверху фиолетовый еще и синим закрасим. Будет здорово. Глаза фиолетовые. Вот тут надо оставить блики. Оставьте блики. Закрашиваем. Здесь розовое вкрапление. Смотрите на рисунок или на мультик. Я думаю, что все девчонки, конечно же, наизусть знают, откуда у нее и где вкрапление. Дружба — это все. В те времена, когда мы рисовали, девчонки очень хорошо пели песни. Мне это всегда нравилось. Сам-то я слова-то не помню. Я помню, что все что-то про дружбу. Жалко некому спеть. Ага, хорошо. Так, возьмем теперь синий цвет и закрасим вот здесь. Даже у меня есть еще один синий. Он такой, мне кажется, потемнее сделается. Вот здесь. Нужно сделать темным, чтобы грива была темная. Вот именно здесь она темно-синяя. Мы темного добавляем и закрашиваем. Стараемся, конечно, за края не заходить. Многие девчонки мне говорят, ты заходишь за края и начинаешь с уха. Бывает такое. Я действительно с уха никогда не начинала. Всегда начинала откуда-то другом. К примеру, с глаз, к примеру, или с носа. А сейчас я просто построение построил, как вам хорошо бы было нарисовать. Если вы хотите нарисовать, чтобы искорка была очень похожа, то я думаю, сегодняшний урок вам очень поможет. Он не совсем сложный, вы еще не строите здесь косточки или построение, но все равно ножки у вас будут вовремя торчать откуда надо и не будут повторяться, как бы криво стоять, к примеру. Все будет ровненько. Вот у нас девочка готова. Возьмем серый карандаш и сделаем тень. Важно, чтобы было у ребят пастель и в ней был серый карандаш. И мне он нравится. Мне нужно нравится и сиреневый тоже, и серый. И вот серым я добавил все, что хотел. Добавил немножко тени. Тень тоже сделаем немножечко сиреневым. И я думаю, что классно было бы, если бы мы немножко подрисовали нашей девчонке немножко сердечек. Я знаю, что я рисую для девочки. Сегодняшний урок был здоровский. Они все нарисовали хорошо. И я нарисую вот такое вот. Хорошо, я думаю, что это будет здорово немножко добавить сердечек. Обведем их, может быть, большие, маленькие. И вот у нас потрясающий рисунок. Дружба — это все. Я думаю, на Новый год лучше всего рисовать, конечно, то, что тебе нравится. Если у тебя есть желание, то рисуй как можно больше. Если тебе нравятся другие пони из My Little Pony, то приходи на канал. Там есть уже ролики, где я рисовал. У меня не хватает времени на рисование всех героев на свете. Так что ищи, пожалуйста, поиском. Пиши в поисковых системах рыба-кит, и потом прибавляй все, что ты хочешь. К примеру, рыба-кит-самолет, и этого достаточно. Рыба-кит-спанч-боб, и этого достаточно. С Новым годом! Скоро-скоро, уже совсем скоро начнется Новый год, и мы уже будем ждать, так что появится в ближайшее время много-много всяких новогодних рисунков. И я надеюсь, меня будут просить больше рисовать новогодние рисунки. Вау-вау-вау, привет всем, спасибо, что были со мной. Эфир заканчивается, но я сегодня хочу исполнить желание Владиславы. Она очень много рисовала и в последнее время не выигрывала. Ну, не выигрывают все, но я сегодня хочу нарисовать еще тигренка Даниэля. Так что через минуту буду рисовать. Приходите тоже, поучаствуйте, порисуйте.